Осталось 25 секунд. Опять будет. Окси, если хочешь, давай тебя на все раздавай, если ты не команда. Давайте. Победа за нами. Так нормально, так нормально. 25 секунд. Ваша команда 3-4. Winners Party! Вы выиграли. Аплодисменты. Объясняю, почему сразу. Они сделали это громче, шумнее, и у них кулемули больше. У вас кулемули меньше, и вы это сделали тише. Надо делать громче. А батманы сложили, и команда построилась со своими капитанами в ровный паровозик. Ваша команда, у вас есть капитан, у вас есть команда, которая выполняет ваши задания. Я называю быстро, это уже игра у нас была. Была у кого-то, запоминайте, хорошая игра для больших. Надули все щеки! Ну, вот так вот будете выглядеть детям, ясно? А, еще глаза выпечили. Чтобы они замолчали. Глаза выпечили. Чтобы замолчали, совершенно верно. Вы запоминайте, потому что это все делают так, как делается всегда. У вас есть мячики. Эти мячики вы сейчас... Почему не шарики, объясню, потому что шарики улетят. Колбу. Вот так. Без рук. Без рук. Капитаны должны ко мне перенести каждого со своей команды в ту сторону. Каждого, каждого. Переходим, он остается. Вот туда, в другой нельзя. Мы берем этот парень. Вот это с вашей команды. У вас должен быть общий узел. Один вот здесь. Ну, если аниматор плохо объясняет, то дети не будут. Готовы? Раз, два, три. Беги, беги, беги. Общий дом. Общий узел вы делаете два. В смысле? Сюда, общий из двух команд. Так, подождите. Давайте тогда вы подружите. Как-то что? Еще учитель. Ребят, просто держите, да. Держите. Готово! Правильно, должен быть узел, все должны перелезть. Да, перелазь. Все, прям все. Поверху!
Дурачки какие. Вот, Валь, Валь. Молодцы, получается. А когда кто-то из аниматоров плохо объясняет, я узнал, что нужно делать, я все время говорю, что ничего не скажу. И на счет три. Что на счет три? Как на счет три? Вы сейчас сами видели, что непонятное было здание. То ли тянуть, то ли мы начали тянуть. Я начал включать руками, махать. Нет, не тянем узел. Какой? Начали вязать узел. Так вот. Формулируйте свои тексты правильно. Это тоже один из уроков. И второй момент. Вы смогли сейчас договориться. Вы смогли договориться, и у вас получился узел. Правдами, неправдами, но через секунд 20 вы начали договариваться. Это большой плюс. Это молодцы. Пускай берем шапки. Любые, одеваем себе. На счет раз. Снимайте шляпу. На счет два. Одеваете ее соседу. На счет три стреляем. На счет раз. Снимаем шляпу. На счет два. Раз. Команда, вроде как получилось. И теперь мы с вами должны быть настолько сплочены, чтобы сделать это. Мячики кладу вот сюда. Ваша команда. Пора. Ну, значит, ты справа читается. Речной омар. Ура! Ура! Громкий человеческий звук. Ура!
Танцевальное движение. Показать или что? Да нет. Танцевальное движение. Какой из? Па! Ура! Молодец! Па! Танцевальное движение. Па! А че там упражняется? Вороний звук! Ура! Ура! Глаз! Ура! Одно из состояний воды. Противоположное тому, что над. Ура! 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 Антоним, антоним слову зол. Антоним? Антоним, рад, слову рад, зол. А ты знаешь секрет? Это? Все, я вижу, ты знаешь. Какой ноге? Ноге к своей привязали шарик. Сколько должно быть ноги до шарика? Как хотите, как хотите. Пока вы привязываете к ноге шарик, я вам рассказываю правила игры. Команда на команду. А? Да не, ничего, шутим. Команда на команду начинает лопать шарики. На счет три. Вам нужно наступить на шарик противника, чтобы он лопнул. Но вас, чтобы не лопнуть, мухлевать нельзя. Секундочку, пожалуйста. Как можно мухлевать? Можно, да ты ее и так вот, как можно мухлевать? Как ты? А что можно делать? Я не понимаю. Он лайфхаки делает, а не мухлевает. Три! Поехали! Пароход и привез нам что? Веер. Вы это можете комментировать. Веер. Почему? Жарко на улице. Мы с вами машем, все хорошо. И в порт пошел пароход и привез нам что? Пружинку. Ножницы. Окс, не курим, а ножницы. Ножницы, веер, пружинка. Вот. Хорошо получается. Порт пошел пароход и привез нам что? Вот пришел пароход и привез нам что? Обруч, блять.
еще, еще, Серега, замолись, ты так что? Серега, я тебе не знаю. Он пошел, хорошо, ты привез нам креслокачалку. Креслокачалка, обувь, воздух, веер, машинка, и пружинка. Все вместе. Попрыгунчик, воздух тебе, машинка, обруч, креслокачалка, вот две, подберёшь там, две для головы, две для головы, все, все, все. Вот пошёл, проходит, привёз там, поздравление с днём.